Всем привет! Сегодня я хотел показать меню видеорегистратора Digma FreeDrive 580. Менюшки разделены на два подпункта. Это настройка видеозаписи и настройка самого видеорегистратора. Так, ну что, управление кнопочками с правой стороны и есть кнопочки еще с левой. Она отвечает за включение, выключение. Так, что, начнем с разрешения. Здесь у нас есть Full HD, 2K. И HD. Циклическая запись до 5 минут. 1, 2, 3, 5 минут. Также есть G-сенсор, экспозиция, запись аудио, включение и выключение микрофона, штамп даты, госномер. Фишка интересная, для кого-то будет очень нужна. Также здесь есть включение VDR. Следующий у нас пункт, собственно, настройки. Это дата, время, автоматическое отключение. Можно выставить до 5 минут. Здесь встроенный аккумулятор, так что в теплое время суток его должно хватить. Отключение экрана. А здесь есть возможность настройки. Ой, вышел. Настройки экрана, чтобы здесь отображался время, к примеру. Звук уведомлений. Щелчки будут, кнопочек, язык, частота, форматирование карты памяти, настройки по умолчанию и версия ПО. Можно обновить. Ну, собственно, вот так выглядят настройки видеорегистратора Digma FreeDrive 580.